Современный русский писатель. Захар Прилепин. Прямая ассоциация, поэтому мы просто обязаны были пригласить автора самых читаемых книг в Омск для участия в проекте «Как пройти в библиотеку». Его «Обитель» даже переведена на язык Брайля и хранится в библиотеке имени Пушкина. Но встреча назначена в другой библиотеке, в квартале 5/1. Послушать Прилепина приехали даже из соседних городов. Выступать перед читателями для него – дело обычное, и везде его принимают как родного. Я недавно выступал в городе Липецк. Он в некотором смысле мне родной, потому что родился и вырос я в рязанской деревне Ильинка, а отец у меня из Липецка. Я там тоже проводил много времени с бабушкой и дедушкой. Я приехал с первым, так получилось, с первым вечером в большом там концертном зале в Липецке. И собрался полный зал. И я выступал и как-то разговаривал, ну, как со своей роднёй, как со своими знакомыми и близкими. А потом у меня там со мной приехали мои друзья, которые книгами торговали в фойе. И там люди выходят после встречи и такие раз видят этот лоток и говорят: «О, он, оказывается, еще и книги пишет». Потому что Захар, он же Евгений Николаевич Прилепин, поистине мультиинструменталист. Он написал 17 книг, стал лауреатом престижных литературных премий, снимается в клипах и в кино. Скоро на экраны выйдет фильм «Гайлер» с Прилепиным в главной роли. Его творческий союз с группой 2517 хорошо известен омичам. Писатель сам состоит в ансамбле «Элефанк», ведет музыкальную программу «Соль» и разговорную программу «Чай» с Захаром на телевидении. На Донбассе он советник Александра Захарченко. Дома отец 4 детей. Сейчас ему 41. А в журналистику он пришел в 29 после ОМОНа. Практически сразу стал редактором газеты, а потом ведущим специалистом холдинга, где эта газета выпускалась. Холдинг принадлежал Сергею Кириенко. Прилепин писал про политику, экономику, сад-огород, культуру, астрологию. А поскольку все подписывать одним именем нельзя, пользовался псевдонимами. В ход шли фамилии бабушек, имена дедушек и даже кличка кота Стонгард. Однажды как-то я написал две очень дерзкие статьи по поводу бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Ефимовича Немцова, царствие небесное, которого я не любил тогда. Да и сейчас я к нему отношусь так, ну, умер и жалко, конечно. Вот, но, в общем, я написал про него две статьи. И одна была подписана там Евгений Стонгард, а другая была подписана, допустим, там фамилией бабушки Семен Востриков. И позвонил взбешенный Немцов и сказал: «Вот будьте добры, увольте». Ну, не будьте добры, Владиленовичу Кириенко позвонил. «Владиленович, там у тебя два нахальных журналиста, Стонгард и Несифоров. Уволь обоих, а вот Захар Прилепин там есть, его оставь». Как бы. Ничего так. Вот, и я... В итоге этих двух журналистов как бы убрали, и пришлось работать на одну фамилию, вот на Захар Прилепин. Она как бы родовая. У меня просто прадед был по отцовской линии, был Захар Петрович Прилепин, а отец мой покойный, его звали Николай Семенович, но его тоже все друзья называли Захаром. У него такое было вот как бы погоняло, да. И я, когда вот писал статьи, думаю, вот Захар Прилепин хорошо звучит. Вот, и как-то я стал работать на этот псевдоним и решил написать книгу. Этот работал там год или полтора журналистом. Ну, мне немножко надоело, думаю, напишу я роман. Вот сына тогда я уже родил первого, дерево посадил, дом строил, думаю, напишу книжку. Я написал книжку, подписал ее Захар Прилепин, потому что подумал, что есть у этого псевдонима есть свои читатели, которые уже привыкли к нему и, ну, купят книжку художественную. Это был роман «Патологии». Захар, мне очень нравится имя. Это наше старорусское родное имя. Поэтому держитесь за него. Да. Да. Я читал у вас всего один роман, он же роман, «Санька» называется. И хочу спросить, что из той действительности вы взяли как это самый образец, то есть адекватно переложили его, а что вы нафантазировали? Потому что такую действительность мы здесь не встречали. Что касается романа «Санька». Роман «Санька», который достаточно поверхностно, но не бессмысленно сравнивают с романом «Мать» Алексея Максимовича Горького. Роман «Санька» написан на основе впечатлений вот середины, конца 90-х годов и начала нулевых. Дело в том, что так сложилось, что
что вот в меня достаточно сильно въелось мое советское воспитание. Это в первую очередь, конечно, связано с литературой. Не с тем, что там я верил там, этим съездам, там, я был молод, на них не смотрел особенно, но уже в 14, 15, 16 там, лет еще в Советском Союзе я был совершенно потрясен и поражен, и по сей день поражен вот этой витальностью, героикой, мощью советской литературы. И на меня все это дико действовало. И, естественно, началось у Сергея Есенина, потому что я в Рязанской области родился, а потом там и Артем Веселый, и великолепный роман «Железный поток» Серафимовича, и Бабель, конечно же, и Маяковский, и Багрицкий, и Светлов. Вообще вся советская поэзия, в которой вот это вот жизнеутверждающее начало, оно очень сильно представлено. Потому что мы привыкли, вот, особенно в последние времена, вот поэт — это такой вечно страдающий со своим этим заусенцем молодой человек или молодая девушка, которая вот ходит, этот пальчик свой носит забинтованный, и вот ей тоскливо, как бы, или ему тоскливо. Вот это вот уже, ну, понятно, что нам всем тоскливо, но там были люди, которые другими вещами оперировали. Да? И это меня, конечно, поразило тогда в юности, и мне этого ужасно не хватало. Я очень болезненно переживал вот это вот разрушение всей советской мифологии. Ну, болезненно и неприязненно. Поэтому это меня привело, меня, безусловно, это в ряды оппозиции в 90-е годы. И мне был отвратителен режим Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас я чуть мягче стал к этому относиться, потому что в этом есть какая-то историческая обусловленность. Есть. Но я не люблю ни этого человека, ни это время, по сей день не испытываю к нему никаких симпатий. Вот. И первые годы правления нашего императора действующего, они казались мне продолжением вот этих трендов, когда уронили станцию «Мир», когда закрыли базы в Лурдесе и в Камране, когда не поддерживали русскоязычное население в Прибалтике, там, и забросили Украину, ну, и так далее. Все это было крайне болезненно. И вот там была такая молодые ребята были, в основном такие левого толка, красные радикалы молодые, которые много хулиганили, много устраивали разных битв с полицией и требовали реанимации там, с империи, советского строя и всех прочих вещей. Я к этому имел прямое отношение, и был одним из управленцев этой организации, и много участвовал в разных акциях противозаконных, ну и так далее. Вот, и об этом был написан роман Саньков. Вот, об этом, о 90-х годах и о тяжелейшей травме молодого поколения, которое, ну, я описываю как такой безотцовщина в поисках того, кто может сказать им, что он их отец. Вот такая безотцовщина в самом широком смысле этого слова. Ну, вот об этом роман Санька. Вот это вот молодые ребята в поисках справедливости, в поисках государственности. Вот эта вот история в Саньке, она практически имеет там, до последней главы она имеет прямые, как это сказать, прямое отношение к действительности. Там те или иные события, которые происходили в Москве, в Петербурге и в Нижнем Новгороде, они там и описаны. Вот эти все разнообразные коллизии, связанные с конфликтами с режимом Ельцина и режимом первых лет Путина. Вот. А сегодня, конечно, прошли другие времена, уже с тех пор какие-то наросли другие люди, люди какие-то стали политизированы. Если говорить: Захар, слушай, ты какой-то вот оппозиционер, ты у нас вот даже вот против Путина когда-то выступал, там, вот, но люди как-то, как будто они родились позавчера, и они теперь вот гордятся, что они такие вот государственные патриоты, что все им всегда было ясно. Конечно, ничего им никогда не было ясно, я думаю, что сама логика событий, собственно, меняла и нашего президента, и меняет по сей день, и собственно, сам факт существования этих молодых подростков, я доподлинно знаю, что Путин роман Санька читал. Путин роман Санька читал, об этом несколько раз писали, и сам он в узком кругу об этом говорил, и на него он каким-то образом подействовал. Я не буду там наводить на себя ложный пафос и говорить, что вот я написал роман Санька, а Путин прочитал, и он изменился, но тем не менее, какие-то вещи, которые существуют в пространстве языка, в пространстве литературы, они, конечно же, влияют на так или иначе влияют на власть. Здравствуйте, очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Анастасия, мне 25 лет, и мое поколение, оно несколько своеобразное. Я тут общалась с одним знакомым, у него был пост негативный, что Ивану Грозному памятник поставили, но я ему написала, чему тебе не нравится.
там, ну, все началось. Он был ужасный, он геноцид своего народа устроил. Я говорю, ну, 500 лет назад человек жил, 3000 человек всего лишь убил, да и то элиту. Ну, они что, должны были жить, и вообще он мерзкий, отвратительный человек, убил своего сына. Я говорю, ну, это же было средневековье. То есть... Потом был вопрос, ты что, и Сталину хочешь, чтобы памятник поставили? Ну, я тут немножко пошутила, ну, не то, что пошутила, я ему спросила, за что ты его так не любишь? Были огромные такие буквы «за что?». Все, он удалил меня из друзей, заблокировал свою страницу, чтобы я не могла ему написать. И вообще, мое поколение, оно немножко, ну, на голову, извиняюсь за выражение, долбанутое. Оно не помнит 90-е. Оно искренне, я ему говорю, я ненавижу Ельцина. Моя семья ненавидит Ельцина. Они не понимают, за что они ненавидят Ельцина, за что можно ненавидеть 90-е. Я говорю, ну как бы в детстве мне не очень-то сладко приходилось, и как бы в принципе это не самое лучшее время. Но мое поколение, по сути дела, люди, с которыми я общаюсь, не очень-то богатые, обычные люди. Они искренне почему-то себя причисляют к другому социальному классу. Они искренне, например, не думают, что они там какие-то рабочие или там, если ты наемный работник, сидишь в офисе, они себя причисляют к другому классу. И когда Ксения Собчак оскорбляет простых людей, они искренне думают, что на них оскорбляет. Это не про них, да. Они искренне почему-то не помнят 90-е вообще. Я понял вопрос, да. Эмоции ваши ясна. Она чуть более сложна, чем вы изложили, хотя ваш пафос мне понятен, я его разделяю, но просто все как обычно, несколько сложнее. Вот эти молодые люди, о которых вы говорите, конечно, они выросли в 90-е годы, и они ничего другого не слышали. Понимаете, потому что телевидение в 90-е годы и все средства массовой информации, собственно, те средства массовой информации, которые молодые люди читают, они по-прежнему работают вот в той матрице, в том направлении. У нас, если вы подаете к любому ларьку печати, вы увидите, там стоят журналы GQ, Максим, Сноб, Стори, там и все остальные, они плюс-минус так или иначе работают вот все в той же прежней парадигме. Вы не увидите на обложках этих журналов ни многодетную мать с детьми, ни фермера, ни офицера, ни колхозника, никого. У нас вот 2 года идут военные события, и в Сирии, на Донбассе ни один боевой командир ни на обложке ни одного журнала не появился ни разу. Просто потому, что для этих людей, которые управляют нашими масс-медиа, это не герои, это просто дикари, отвратительные персонажи низшего звена. Вот когда Моторолу, когда убили моего товарища, сразу и Дмитрий Львович Быков, и Максим Кантор, литератор и художник, и Николай Сванидзе, все, нам десятка-полтора человека написали совершенно омерзительные, на мой взгляд, тексты, ну просто потому, что человек умер, и, ну, смолчи хотя бы, да, написали текст о том, что этот человек в мирной жизни был ничтожество, что он отвратительный персонаж, что он никуда не пригоден, и что вот он просто маньяк-убийца, и вот он вылез, и теперь вот это, ну, даже в контексте русской национальной традиции это дикое, это не... Русский литератор так себя никогда не вел. Так себя никогда не вел, потому что, ну что значит в мирной жизни человек был ничтожеством? А представим, что собой будет являть Дмитрий Быков в военной жизни. Как бы. Он там будет как бы хорошим полевым командиром. Это что, это мерило какое-то? Потом он был нормальным совершенно человеком в мирной жизни. Я прекрасно знаю его биографию. И реакция людей в России и на Донбассе на это, она была совершенно удивительной, потому что люди поняли, что жертвенность и правда поступка, и сила воли, и мужество, это тоже является определяющими факторами, а не какие-то тысячи разнообразных блудливых слов, там, а принципы гуманности, которым люди, их произносящие, сами не следуют. Вот эти вот вещи, они слишком разнородны, их слишком много, они слишком сложные. Это все очень непросто. И молодые люди, которые родились в 90-м году, а сейчас уже и в 2000-м году, да, они просто никогда ничего другого не слышали. Они даже не прочитали правильно, им не преподали правильно русскую классику. Ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского, ни Чехова, ни всего того, из чего каких-то других выводов сделать нельзя. И ни Гоголя, понимаете? Если русская классика — это лучшая прививка от всех тех вот иллюзий и ложных устремлений, куда нас уводят. Потому что те проблемы, которые мы сегодня пытаемся разрешить, они для Пушкина, они бы не... Ну, представьте, Пушкина или Достоевского, для которого вот, говорит, Александр Сергеевич или там Федор Михайлович, вот 2 гомосексуалиста могут усыновлять детей или не могут? Вот, и как бы Пушкин задумался. Ну,
Да, или там, вот как вы считаете, Федор Михайлович или там Лев Николаевич, вот Украина должна вот как бы уйти в Европу, как бы, а Россия остаться там черной позорной дырой. Ну, для Гоголя представьте, чтобы у него спросили про это. Они просто даже не поняли, о чем бы идет речь, да, а нам объяснили, что это вот прогресс. Вот мы так с тех пор такие стали прогрессивные, что вот это вот как бы эти вопросы, теперь они дикие, а русские классики, они просто были отсталые люди, они просто не очень понимали, что, ну, это не прогресс, понимаете, никакого прогресса нет, это не прогресс, это я даже не как это назвать, да, каким словом это определяется. Но в любом случае, я считаю, что обращение к русской литературе и ко всем вещам, которые там высказаны и написаны, оно самый лучший лекарь от всех вот этих ложных выборов, которые нам бесконечно предлагают. Там, да, потому что выбора никакого нет. Выбора никакого нет. Более того, нет самого понятия прогресса. Это еще Дмитрий Сергеевич Лихачев заметил, что в древнерусской литературе понятия прогресса не было. Не было. Было понятие быть как передние князи, быть как первые князья. Что значит, то есть нести те заветы доблести, мужества и жертвенности, которые были продемонстрированы создателями и собирателями Руси. Вот быть как первые князья, вот это и есть единственные заветы. Вы как-то говорили, что хотите биографию Михаила Шолохова написать, как-то движется? Нет, не движется пока, потому что все мои страсти и устремления сейчас связаны с Донецком, с Донбассом, и пока там как-то ситуация не закончится, я хотел написать биографию Есенина и хотел написать биографию Шолохова. Я этим, как Шолохов, господи, как Солженицын говорил, если будем живы, я сделаю, наверное, и то, и другое, но вот пока нет, пока ничего не движется. Я хотел бы узнать, как вы находите прототипов для своих героев? Встречаете ли их в автобусах, в больницах, в поездах? Вот. В больницах. Выходят ли они у вас из-под рук, вот, и начинают ли жить своей жизнью? Порой иногда задумываешь совершенно одного героя, а выходит из-под пера совершенно другой. Лев Николаевич Толстой мог себе позволить такое вот кокетство, сказать, что сотворил Наташа Ростова, там типа вышла замуж. Там. Я так не могу, конечно. Я не до такой степени, видимо, достиг еще. Мне все, кого я как придумывают, те туда замуж и выходят. Все так и происходит. А прототипы нет. Я их, ну, если не считать «Обитель», где эти люди нашлись просто в документах и начали обрастать разными качествами в романе, конечно, прототипы — это ребята из нацбола, национал-большевистской партии, это мои сотоварищи на Донбассе, это мои собратья в ОМОНе, это все, это мои родня, мои близкие. Я не то, что я. Вы должны понимать, что вот роман, там, скажем, «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, он в Толстой не участвовал в событиях 12-го года, да? Но это глубоко автобиографический роман, потому что, как и «Анна Каренина», как и «Воскресенье», потому что там описана вся разнообразная родня Льва Николаевича Толстого. Он просто переместил ее в 12-й год, в том числе и свой военный опыт переместил в 12-й год, и вот, собственно, насытил этим свой роман. Никто нигде не ищет прототипов. Они, ну, как правило, они в биографии писателя так или иначе присутствуют. Ну, хотя там с Достоевским чуть более сложнее, потому что все персонажи Достоевского живут в голове Достоевского, там, и там чуть-чуть сложнее история, да, и они все там оживали, и там же вот как бы и существовали. А, как правило, это все личная жизнь, перемещение в пространстве, во времени и в географии. А «Обитель» будет у вас экранизация? Вот «Восьмерка» как вы? «Восьмерка», ну, то нормально отношусь. Ну, как бы есть. Никак не... Алексей Ефимович «Учитель» экранизировал. Там вопрос в том, что он... Александр Миндат записал сценарий, и там наслоилось два времени друг на друга, которые наслаиваться не должны, потому что у меня история про ОМОНовцев 90-х годов, а Александр Миндадзе, он все-таки человек, выросший там в 60-е годы. И я помню, я когда стал читать сценарий, или какой-то даже первые какие-то были съемки, я смотрю, и там ОМОНовцы собираются и говорят, у нас там типа на силу бандитов есть кулаки. Я говорю, Саша, откуда эта фраза? У меня нет ее в романе. Он говорит, ну у нас так во дворе говорили. Я говорю, в каком дворе? В 60-м году? Сейчас никто не говорит, у нас есть кулаки. Это какие, три мушкетера, что ли? Ну, это как бы... И вот там вот много этих разнообразных там, этих кулаков там, как бы, в этом фильме, которые немножко его делают странноватым. Вроде смотришь про 99-й год, а события непонятно, когда происходят. А Саша Велединский, да, собирается экранизировать, но пока все это в процессе...
процессе написания сценария, подготовки и выбора актеров. Вот мы там с Сашей садимся периодически и начинаем выбирать актеров мстительно несколько, потому что многие актеры хотят играть в этом фильме. Он достаточно, ну, книга достаточно, не скажу про ее качество, но для актера там есть много любопытного, там разнообразные есть психологические сюжетные ходы. Вот, и многие мне написали уже письма, уже просятся, чтобы возьми меня. А мы сидим и напишем Безруков, потом раз, так вычеркнем. Ясно? Напишем Хабенский, потом раз, так тоже вычеркнем и так вот забавляемся. Но про это не надо писать, они обижаются, все ужасные эти люди. Сейчас обязательно скажут: Безруков, я не собирался типа у вас сниматься. Вот, вот такая история. Вопрос про программу «Соль». Ваша программа — это за последние годы единственная программа на центральном телевидении, хорошая, качественная рок-музыка. Кому-то может нравиться, ну, группа «Пилот», кому-то нравится «Алиса», но это программа, куда, как говорится, не стыдно прийти хорошему музыканту. Вопрос такой. Вот, те герои, которые у вас были, в основном это все-таки, может быть, мейнстрим назову рока. От этого хуже ни в коем случае не становится. Но есть масса групп людей, с которыми вы сотрудничаете. Тот же Бранимир, наверняка знаете группу Динтрепидов, которые полный класс. Вот возможно их появление, вот андеграунда у вас в программе. Возможно, возможно, но для этого нам нужно еще поработать и как-то приучить к аудиторию, ну, в хорошем смысле приучить к нашей программе, потому что мы иногда приводим ну, там, более-менее молодую команду, которую не очень хорошо знают, у нас сразу вот так вот рейтинг падает просмотров, и ну, для телеканала, это же деньги-то государственные, с него могут спросить, понимаете, это не моя вред. Сейчас вот многие говорят, что там типа Валерию позвали, это потому что вам там денег дали, все полная ерунда, вообще просто чушь. Во-первых, нам никто денег не дает, и мы сами их никому не даем. И есть некоторые рок-музыканты, которые как раз просят денег, чтобы мы им дали, тогда они придут, споют из мастодонтов. Некоторые не идут. Говорят, нам дайте денег, 35 тысяч долларов. Мы говорим, нет, ничего не дадим. Не хотите, не приходите. Вот. И отказались пока только группа Би-2 и группа Браво. Но они из-за политических убеждений боятся, что я не спрошу про Донбасс, хотя я не собирался совершенно спрашивать у них. Вот. А они такие. Вот. И не хотят. А остальные, всех остальных стараемся звать. А Валерий просто... У нас очень смешно получилось с Юрием Лозой, в хорошем смысле, он нам пришел и как бы сказал, что Мик Джаггер не падает ни в одну ноту, Лед Зеппелин не умели играть, и вообще все они бездарности и как бы идиоты. И это все просто. Это, во-первых, создал новый образ Лозы, потому что теперь у него по любому поводу спрашивают у Лозы мнение, как бы как жить, что делать, кто виноват, жениться или разводиться, как бы там, ну, как бы, и все, ему любую фамилию говорят, вот там Петров, он говорит, ничтожество, Сидоров, пустое место, там, Земфира. Молодец. Вот. Он при этом в жизни очень здравомыслящий, такой остроумный парень, но как-то вот он, видимо, себя нашел. Вот. И мы решили не из тех же побуждений, но какой-то парадоксальный ход сделать и позвать Валерию, как бы, потому что, ну, любопытно. Она же, тем более, начинала как рок-певица. Ну, эффект не вполне удался, но мы с этого совершенно не стесняемся. И вот сейчас вот у нас есть там пару групп, Афинаж, допустим, я хочу позвать. Но это зависит, я еще раз говорю, от зрителей. Если они будут смотреть не только «Калинов мост» и 25-17, у «Басты» были самые большие рейтинги. Вот. Если не только их, а будут смотреть новых, то это не от нас зависит. Вот и все. На каких идеалах? Что для них герои? Что говорить маленькому человеку, чтобы он вырос в нашей стране счастливым, хорошим человеком? И как вы сами учились в школе? Как я сам учился в школе? Ну, тут, ну, так себе учился. Как бы, меня с какого-то момента интересовала только поэзия, рок-музыка, там, а потом, ну, чуть позже еще там всякий рукопашный спорт. И я учился, ну, на тройке учился, честно говоря. Пятерка была по литературе и по истории. Я потом в институте учился хорошо, и вообще потом всегда учился хорошо. Вот, а в школе учился очень плохо. Даже двойки были за четверть. Вот, а что касается... Детей, я думаю, что поведение родителей, конечно, является определяющей нормой воспитания. Не вот этот не догматизм папы, что сынок, вот я тебе сейчас объясню, понял, как надо себя вести. А вообще, у меня вот отец мой, который ушел, умер, когда мне было 15 лет, и он когда умер, я подумал, что надо же, вот он со мной ни разу не поговорил, он мне вот ничего не сказал, как мне же, что я буду дальше делать. А потом я, конечно, рос и понял уже там к 40 годам, что я рос человеком, в состоятельности и мужестве которого я ни разу не усомнился за 15 лет. Вот это самое дорогое. Вот не какие-то вещи, сынок, я сейчас наставление тебе произнесу, а просто сама форма жизни этого человека, она сама по себе, жизнелюбие. Вот папа мой был человек, как и многие советские интеллигенты, несколько
не рассчитавшие свои силы в взаимоотношении с алкоголем и с никотином, и со всеми этими прочими вещами, с компанейский. Но я помню, что он работал директором школы, я помню, что папа после любой просто какой-то совершенно невозможной просто пьянки, сколько они выпивали, мы столько не можем уже просто. Он в 7 утра всегда вставал, брился и шел в школу, и проводил уроки, потом после он стремился больше зарабатывать, он там делал сам в школе там ремонты, все он мог делать руками, там малярные и прочие работы, зарабатывал в 2-3 раза больше, приходил домой. И вот этот, вот я видел этого отца, своего отца, и я видел, что он ни разу, то же самое деды мои, оба крестьянских деда, вот они, что бы ни было, как бы день ни прошел, они всегда вставали утром, потому что там же оба имели огромные дворы, скот, коровы, свиньи, поросята, козы, там, куры. Вставали каждый день и тут же начинали всем этим заниматься, как бы ни прошел прошлый день. Это, конечно, это дает, ну, в детстве, в юности ты просто не понимаешь, ты думаешь, что так и положено. А потом, когда ты вырастаешь, ты видишь огромное количество людей, особенно молодых людей, которым все время что-то как бы не в мочь. Вот они выпили вчера, вот им просто, вот у них хандра просто, вот у них как бы тяжелые состояния, вот у них просто жизнь не клеится, не ладится, они лежат как бы, да, или пишут в Фейсбуке что-нибудь. И вот это вот, наследство, которое ты получил от дедов, самой формы их поведения. Уж деды-то точно со мной не разговаривали, не говорили, что вот веди себя так и так. Вот оно, конечно, играет определяющую роль. А что касается, сколько мы в библиотеке, во-первых, спасибо библиотеке и всем библиотекарям России, и особенно вашим замечательным библиотекарям, которые меня сюда пригласили. Это очень важно, чтобы дети имели дело с бумажной книжкой. Детям надо читать обязательно. Никогда нельзя им класть этот айфончик и говорить, что, сынок, вот здесь вся мировая литература, вот тебе вот. На, малыш, читай. Ну, чтобы это не было пыли в доме. Сейчас у нас все пыли боятся, да, поэтому, чтобы пыли не было, мы книжки все выкинули, вот тебе айфончик мой хороший. И он, конечно, тут же возьмется. Ничего этого, конечно, не будет, потому что ребенок будет читать только если в доме есть, причем желательно в каждой комнате есть бумажные книги, чтобы вот он ползает, и он эту книжку стащил и начал ее грызть. И вот с этого начинается не мультик, который ты включил, он про Илью Муромца, вроде то же самое там, да, а именно книга как таковая и чтение родителей, чтобы папа или мама обязательно 10 минут в день надо находить на дневной сон и вечерний сон. Ребенок лег, положил голову на плечо, папа читает. Вот у меня Лилька, девочка растет, самая младшая. Мы с ней в этой деревне, лес, кругом река Керженец, волки, медведи. И она лежит у меня на плече, и мы одни, там нету никого на 100 километров вокруг. Я ей читаю, вот там ходит серенький волчок, хочет Лилю забирать. Такие глаза у нее. Мы не будем отдавать. Она, не будем? Я говорю, нет, не будем. И она на всю жизнь, у нее будет осознание, что вот эта книга, она есть паспорт в то, чтобы ее не отдали волку, чтобы он ее не сожрал. Это как бы, это счастье, и это первый страх. Когда ребенок первый раз смеется, ты ему читаешь книжку, и вдруг у него появилось чувство юмора. Он вдруг понял, что это смешно, как бы. И он вот через эту книжку он понял, что смешно, что страшно, что, а потом, что родина есть, что еще какие-то вещи есть. Они через это. И потом сам он же начинает, как бы, а как там, вот, что волку не дадут. Он начинает за этим же чувством тянуться. А потом это же, конечно, материнское, отцовское плечо, и кровь, и ток крови. И вот это все очень-очень важно. Вот это, там все сказано, в русской литературе сказано все, чему мы должны научить своих детей. Не надо ничего особенно придумать. Если правильно прочитать Пушкина и Гоголя, там все нам вещи уже объяснили. Ничего нового придумать уже, можно по-другому сформулировать, а нового придумать нельзя. Вот примерно вот так дела обстоят. Загоняйте отцов обратно, что я могу сказать. Спасибо огромное. Да. Особенно понравилось, что последний вопрос коснулся воспитания детей. Я от человека услышал то, что о чем я, в принципе, со знакомыми часто разговариваю, как воспитывать своих детей, потому что все об этом задумываются. А поднимались такие темы, на которые невозможно исчерпывающе ответить. И Захар пытался как можно более просто объяснить свою точку зрения, как можно более доходчиво, но все равно такие темы, которые... на которой истина будет достигнута только тогда, когда уже эта ситуация пройдет, и уже где-то порядка 50 лет или даже 70, когда все архивы откроются, только тогда уже они достигнут истины. Сейчас, мне кажется, о них в
формате такой встречи говорить смысла нет, потому что, собственно, каждый останется все равно при своих. Очень хорошо, что здесь очень много молодых, и очень хорошо, что здесь разные поколения. Мне это очень тоже понравилось, что не только молодежь, допустим, в молодежной библиотеке. Что-то новое для себя узнали? Ну, только то, что у меня четверо детей. Вот, и что его зовут Евгений. Он Захар нашего роду племени, и на все говорит четко, рубит иногда с плеча, но молодец. Встреча закончилась, но мы продолжим разговор с писателем во второй части программы «Как пройти в библиотеку». Приготовьте листочки и авторучки, составим список книг для обязательного прочтения во время новогодних каникул. Можете пока написать заголовок. Захар Прилепин рекомендует.